Среди гостей голой вечеринки самой яркой звездой был Филипп Киркоров. И теперь ему приходится огребать за всех. Таким мнением поделился продюсер Сергей Лавров в разговоре с Ньюс.ру. Это как два брата поссорились, а достается в семье всегда старшему. Почему? Потому что старший брат вроде как должен был сам этого не делать и младшему запретить, объяснился он. Лавров признался, что в сложившейся ситуации ему жаль Киркорова, ведь он очень хороший артист. Впрочем, продюсер призвал не записывать народного артиста России в «Сбитые летчики». У Филиппа Бедросовича по-прежнему огромная армия поклонников, и она никуда не делась. А когда шумиха вокруг голой вечеринки стихнет, закончится и публичная порка. Тогда российский поп-король снова вернется на сцену. Киркоров, напомним, столкнулся с отменой после мероприятия в ночном клубе «Мутабор». Его вырезали из эфиров, отменили концерты. Общественники даже призывали его лишить звания народного артиста России из-за того, что он вошел не в ту дверь и посетил скандальную вечеринку.